Передача на фланг. И снова Пеняев. Он пока самый инициативный. Удар в дальний угол. Выиграл второй матч к ряду дома. А вот Пеняев. И сейчас попал. Нет! Не попал. А вот еще один переклад. Вот Пеняев один. И вот Пеняев один. И выход 1-1. Сережа! 1-0. 1-0 забивает Сергей. А вот еще один момент у Акрона. Отвечает Акрон. 1-1. И теперь Локомотив в атаке. Удар в штангу. Воробьев. Еще один удар. И еще момент. Батраков. Опасно. 2-1. Батраков забивает с передачи Баринова. Ну и вот у нас какой результативный первый тайм. Поздравляем. Одна атака. 3 в 3. Сейчас Эльдарушев. Удар поворотом. 2-2. О, удар. И штанга. Еще одна опять. И открытое пространство. Сарвели можно отдавать. Сарвели. Классный пас. Воробьев. 3-2. 3-2. Чем-то похожий гол на гол, забитый Сергеем.